тысяч, чтобы открыть свое сердце лишь одной того достойной. Все имя на устах уложится спать и встречать рассвет. Имя Анастасия. Тогда удержишь встречу, ту самую, ту единственную, которую он ждал всю свою жизнь. Наша невеста Анастасия. Сопровождение папы Сергея. Безусловно, решение, принятое вами, связать свою судьбу воедино, было хорошо обдумано, и вряд ли найдется человек, посмевший усомниться в правильности этого решения, и будет против этого союза. Так что, если такой человек сейчас находится в зале, пускай он говорит это сейчас или молчит навечно. Я против! Рот закрой! Мы продолжаем. На пороге новой жизни. Прошу ответить вас. Является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить вас, Павел, и очень громко. Да! Отлично, друзья, поверьте вам аплодисменты. Прошу ответить вас, Анастасия. Поддержим нас сегодня. И самый финальный вопрос, без которого свадьба не сможет продолжаться. Просим вас ответить, фотограф. Давайте поддержим это решение аплодисментами. Но сейчас, дорогой жених, готов ли ты взять Настю, законные жены, любить, оберегать ее, доверять и делить с ней все радости и тягости жизни, мыть с собой посуду и пересматривать с ней все серии Шерлока Холмса? Давайте поаплодируем, друзья. Дорогая, сейчас, секундочку. Когда свадьба 18-го, не, я свободен. Хорошо, сейчас уже буду выглядеть. Спасибо большое. Дорогие молодожены, вы дали обещание друг другу жить вместе, любви и согласия, разделяя на двоих вашу судьбу. Я прошу закрепить данные ваши друг другу обещания и обменяться обручальными кольцами самым магическим образом. А мы поддержим вас аплодисментами. Самый близкий процент в районе. 2-12-90. Магазин «Таежный». Ювелирный салон «Бриллиант». Павел и Анастасия, обменявшись обручальными кольцами, вы слепили свои брачные обеты. Это означает, что отныне вы не две половины, вы единое целое. Храните свою любовь, не нарушайте дружбу между собой. Всегда подавайте друг другу пример любви и заботы, чтобы, глядя друг на друга, вы всегда видели только хорошее. И с этого момента вы стали ближе друг к другу, вы стали настоящей семьей. И я объявляю вас мужем и женой, а теперь жених может поцеловать невесту! Для того, чтобы ваша пара была соединена вместе с нашим прекрасным небом, я предлагаю пригласить сюда святого отца Андрея. Давайте под ваши бурные аплодисменты. Здравствуйте, дети мои. Я вас приветствую. Я знаю, вы это ждали. Что ж,
Я давно так жду! Паша, мне ответь! Любишь ты жену? Да! Настя, ты готова? С этим у мужья? Да! Власть тебе, в тебе одна семья! Дамы и господа, минута готовности, начинаем парад.